возвращаешься на Артскеллере? Да. В конце концов, мне же надо короноваться. Я убил великана, освободил Ундвик и потерял всю дружину. Может, стоило идти одному, как Керис? Ты жалеешь, что затеял этот поход? Теперь это не имеет значения. Великан мертв. Люди с Ундвика могут вернуться домой. А что Керис? Уже вернулась? Когда я отплывал с Артскеллига, ее еще не было. Она поплыла на Спикерок. Сразиться с тем, что медленно убивает Удальрика. Некоторые говорят, что Удальрик избран богами. А еще говорят, что боги милосердны. Ведьмак, Керис вряд ли обрадуется при виде меня, но ты случайно не собираешься на Спикерок? Собираюсь. Хорошо. Спасибо, Геральт. Надеюсь, мы еще встретимся. Будь здоров, Анкрайт. Да не за что. Всем привет, друзья. С вами снова Катя, как обычно. Вот. Мы с вами продолжаем проходить третьего Ведьмака. Давненько я в эту игру не садилась, уже очень давно. Все не было времени, работа, всякое такое. Работа, работа, еще раз работа. Но надвигается Новый год. Уже совсем скоро он будет. Я записываю эту серию 30 декабря, то есть уже завтра мы с 2017 распрощаемся и вступим в новый 2018 год. Я считаю, что это хорошо, потому что год выдался кошмарным просто. И будет отлично, если он закончится. Ну а мы тем временем с вами идем выполнять задания, связанные с Керис. Вот, в последних двух сериях мы с вами... Последние две серии мы с вами провели на Ундвике. Убили ледяного великана. Вот, а теперь пора помочь второму наследнику трона. Трона Скеллиге. Это и дочь Анкрайтов Керис. Я на самом деле склоняюсь к тому, чтобы, может, как-то ее больше поддержать в притязаниях на трон, потому что вот этот пацан мне не очень нравится. Я даже забыла, как его зовут уже. Ну, такое себе. Говорят, так, где у нас здесь... Ага. Так, вообще мне надо бы продаться, потому что у меня слишком много предметов в инвентаре, мне нужен торгаш. Поэтому, я думаю, есть смысл подождать до утра, ну вот, чтобы потом все скинуть им, торговцам. Наверняка они здесь есть. Круг друидов просит храбрых воинов клана Брокор прекратить лов тунца до конца нереста. Лечу зубы, а если не вылечу, то вырву без боли и платы. Предупреждаю всех мужиков деревни. Если кто еще раз свистнет или чмокнет, завидев меня, я так тресну его по харе, что зубы разлетятся по всем островам. Красава, мне нравится. Хорошая девушка. Йорд вычитал в звездах предостережение. Ждут нас трудные времена. Все сыны и дочери клана Броквар должны каждый день приносить дары Фрейе и просить у нее заступничества. Кто уклонится от этой обязанности, будет бит плетьми по приказу ярла Удальрика. Господи, Удальрик с ума сошел. Дамба, что защищает нас от наводнений, получила серьезные повреждения во время недавних штормов. Пусть все, кто могут работать, помогают ее чинить. Заказ исчезновения Нильса. Люди, вдруг кто что знает, у нас в деревне Нильс пропал, который уж день его не видно, и никто не знает, куда он делся. Так что, если вдруг знаешь, что с ним сталось, зайди ко мне и все по порядку расскажи. Даже если правда окажется горькой, потому что сестра моя Брит была с ним помолвлена и очень за него беспокоится. Глаза уже все выплакала. Хеймдалем клянусь, за любые вести о Нильсе дам хорошую награду. Подпись Кеван. А где у нас это неизвестное место, спрашивается? Где-то здесь, да? Ну, давайте сходим на него, почему бы и нет. Сейчас только сяду где-нибудь здесь в уголочке, помедитирую до утра. Потому что, ну... Так, заказ пропавший жених. А, в принципе, О, нормально, уровень позволяет. Это ведьмачий заказ, да? Не, слушайте, давайте... Давайте займемся вот этим вот. Но помедитировать все равно надо. Часов до 9, нормально. Господи, эта музыка, она настолько прекрасна, божечки. О, здесь есть этот самый цирюльник. Но нам он пока вроде как ни к чему. Мне нужен торгаш, но у меня странное чувство, что я его здесь... Так, о! Тут есть кузнец, отлично. Кузнецу можно скинуть все. С чем пришел? Привет. Привет, привет. Покажи мне свой. Ну-ка, какого ты у нас уровня? Кузнец-ученик. Ну так, ух ты, ебана мать. Дейтвен, ну, это продаем. Так, это продаем.
Стальной меч школы кота это оставляем. Так, Диабль. Ну, такой себе. Вот это крутой меч. Блёд Аэд. Но уровень у него жалко фиговый. А, все, денежек нету. Давайте у него ремонтные наборы, что ли, купим. Я не знаю, что еще. Так, ремонтный набор мастера-оружейника. Ну, настолько мне не надо что-то, вот прям, это прям сильно уже много. Так, шкура драконида, всякие разные эти самые. Ингредиенты, ну, это такое себе, мне это не надо. Пока что. Да купи ты уже хоть что-нибудь, боже. Кошмар. Так, 22. 41, да блин. Ничего ему не продать вообще, кошмар. О, вот это вот могу продать, слава богу. Ну, хоть что-то. Так, ремесло. Что-то, давайте, во-первых, все починим. Почему бы и нет? Так, ремесло. Ты мне можешь сделать точные болты, но оно мне сильно не надо. У меня этих болтов, блин, просто та задница вообще. Мастерский серебряный меч, стальное оружие. Ну, в принципе, ты мне ничего особо не можешь сделать, ладно. Особо я ничего не продала, к сожалению. Гадство, 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 гадство. Так, можно ить улучшить. Так, и ить улучшить. Привет, птичка, птюча. А вы торгашей у вас здесь нет, да? Ню. Ага, торговец рядом с цирюльником. Отлично. Торговец, я бегу к тебе. Ты мне нужен. Прям срочнисимо, а тут до хрена всякой гадости в инвентаре валяется. Блин, я же здесь проснулась. Почему его здесь не было? Ты не похож на любителя поторговаться. А что тебе не нравится? Иди лесом. Покажи, что у тебя есть. Такой простой вообще. Можно купить у него еды. И теперь попродавать всякую гадость. Так, арбалет. Нет, он мне не нужен. Вот этот мне тоже не нужен. Так. Отлично. Штурмовые перчатки какие-то. Отлично. Все, мечта. Освободились от всякой хрени в инвентаре. Теперь давайте так, что это? Плотва. Шоры для скачек. Это надо продать, у меня они есть. Давайте еще еды купим, что подороже. Ну, не, вот это вот хватит. Так. Господи, гвозди. Точно. У меня же там типа на Ундвике задание, нужно дротву и гвозди найти. Но это так себе. Не то чтобы я горела желанием этим заниматься. Так, ну и все, да? Все, чувак, спасибо тебе большое. В принципе, Бывай. Продала все, что могла, все продала. По-моему, это и... Поплавок. Я видел, когда рыба попадет на крючок. Серьезно? А это что, дядя? Это подсачка, чтобы тянуть рыбу из воды. А вот это? А это червяки для детей, которые сидят. Ай. Ну, что ты хочешь, дядь? В таком возрасте дети дикие почемучки. По-моему, даже где-то высчитывали, что дети задают примерно 430 вопросов каждый день. Это просто жесть. Так, мне нужен удалерик, да? Мы скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать, время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, Ярл. Нет, я знаю, что они ждут жертвы. Да он псих какой-то. Уже пора. Подождем более ясного знака, хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Я ищу Керис. Кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да. Она была здесь. Где она?
Что? Керис. Где сейчас Керис? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Он какой-то вообще не в адеквате, по-моему. Я спросил что-то лишнее? Ты должен простить моего ярла. Последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На перу краха мне показалось, что с ним что-то не то, но... Прости, я должен идти к нему. А Керис, как ее найти? Не знаю. Поспрашивай. Капец, блин, никто не знает, куда делась дочка Ярла. Ну охренеть теперь. Нас застал шторм. Помню, как сейчас. Ой, ну ладно, давайте поговорим. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Господи, девочки, вы какие-то странные, я не знаю. Дичь какую-то несете. Симпатичная, кстати, деревенька тут. Так, кого надо поспрашивать-то? Типа тебя? А? Нет. Типа тебя, наверное. Тебе. Сперва целый месяц ни одной живой души. Ой, какие у нее щечки румяные. А потом гости сыпятся, как дикие груши. Притомился? Прям как яблочки. Есть хочешь? Какая красивая. Я ищу Керис, дочь Ярла Анкрайта. Ты с ней чуть-чуть разминулся. Она недавно тут была. И куда пошла? Она же про Ярла нашего расспрашивала. Про детство его. Вот я и отправила ее к Бирктори с Эриком. А это что за люди? Эрик многие годы водил дружбу со старым Ярлом. А тот помог ему добыть руку Биркторы. Они живут на восточном конце деревни. Спасибо. Спасибо. Будь здоров и передавай привет Керис. Спасибо, Ньке. У тебя есть невеста? Так, можно еще у вас поспрашивать? Прости, что помешал. Надо чего? Пойдем поболтаем за пивом. Блин, какие тут люди добрые, нравятся. Спасибо, но время не ждет. Я ищу девушку по имени Керис. Керис? Дочь Краха Анкрайта? Она была здесь, но что-то давно я ее не видел. Понятно, спасибо. Спасибо. Ясно. Так. Ты останешься здесь подольше? Не знаю. Не знаю. Мое почтение. Я кое-кого ищу. Так это ты удачно зашел. Ой, блин, красивая девушка. Вокруг столько девок красивых. Такая в мехах вся, ой, прям мечта. И где твои красавицы? Может, какая-нибудь согласится показать мне остров? Ну, есть, например, Вэя, дочка Бондаря. Хотя, нет, у нее зубы кривые. Вот Дебора другое дело. У нее зубки прямые, как по ниточке. Зато бородавка под правым глазом. Вот еще Майя, личика, мечта. Только на правую ножку прихрамывает. Холера. Так подумать, все девки наши не так уж и хороши. Отлично, блин, конечно, красота. Я ищу Керис. Эту худющую? Глаза у нее, конечно, как у серны, да и рода знатного. А все же замухрышка. Я не знаю, где она. Ее отец? Ай, да пускай старый крах не беспокоится. Девка со Скеллиги на родных островах не пропадет. Ладно, ладно. Была она тут пару часов назад. Пошла поговорить с Эриком, моим мужем. Они на берегу, наверное, с той стороны острова. Спасибо, будь здорова. Блин, удачи в поиске. Классная тетка такая вообще, офигенная. Так, 148 метров, да? Ну, я думаю, добегу спокойненько. Такая, блин, природа здесь прям мечта. Красиво. Красиво и зелено. Люблю такое. Люблю, когда много зелени. И такой вот легкий ветер прохладный. Ой, блин, хочу в лес. Так, мне еще их типа... Ах, как гнусный же ты. Ау. Ай, блин, что-то я... Блин,
Да не ори ты, господи. Не ори. Чёртовый мир. Успокойся. Дьявля. Ничего себе, их тут развелось. Но мы им задали жару. Угу. Мы? Ты сидел на скале и звал на помощь. А если б я тебя не предупредил, годился б ты сейчас только на приманку. О, господи, серьезно. А если бы я не помог тебе, сидел бы ты на этой скале до самой своей сраной смерти. Клянусь, Фрей, будь по-твоему, ты меня спас. И что теперь? Что мне? Ходить по деревням и славить твой подвиг? Нет, просто скажи мне, где Керис? Ты что-то перепутал. Ты помог мне с морскими дьяволами. Только это не значит, что я буду сплетни распускать про дочку Анкрайта. Скажи мне, где Керис? Она про ярла нашего спрашивала и про его семью. Она пошла в старый дом у Далерика. Это на холме. Спасибо. Прощай. А я что-то подумала, что... А, так это Эрик и есть. А я что-то думала, что... Ну ладно. Так, тут что-нибудь есть, что можно полутать? Да, сломанное весло. Это прям то, что мне было нужно. Да, естественно. Конечно. Так, 110, да, наверх. А, вижу. Вижу вас как наяву. Так, а я здесь, интересно, залезу или нет? Нет, я что-то так чувствую, что нет. Придется в обход идти. Ну да ладно, переживу, ничего страшного. Блин, это музыка, господи, перестань ты так. Так вот прям я... Ой, не могу вообще. Так, мы пришли куда надо, я надеюсь, да? Да вроде как, да. Так, о. Ой, фу ты. Ах. Пятая эссенция. 4 факела. Вот прям стоило из-за этого дверь ломать, конечно, да. Так, опаньки. Холера, что-то здесь не так. Да. Свежие следы. Может, это Керис? Ну, ты ж не знаю. Так, что это у нас? Ключ от подвала. Хорошо. Блин, мне не нравятся звуки, которые я здесь слышу. Что-то какой-то звездец тут происходит, Керис. Походу. Да ядрить ты налево, знаю, женщина. Ой, так и знала, что ты в какую-то задницу попадешь, а? Так, а что за хрень там такие звуки издавала? Я не могу понять. Что? Мне не нравится. Что мне. Случилось? Где я? Ай... Голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Крах о тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу Удальрику. Меч? Где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна... Ты должна объяснить мне, что тут происходит. Зачем ты туда влезла? Я хотела помочь Удальрику. Он, конечно, странно себя ведет, но сомневаюсь, что твоя прогулка по проклятому дому ему поможет. Если я принесу меч, поможет. И при чем здесь меч? Это Броквар, родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиге. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел 3 дня прикованным к столбу, по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось... Они с Аки отправились ловить рыбу. Этот поход кончился скверно?
Предчувствие тебя не обманывает. Налетела буря, и Аки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове, но вслух об этом не говорят. А как ты думаешь, Удальрик убил Аки? Я не хочу делать поспешных выводов, но мне кажется, то, что тогда произошло, отразилось на всей жизни Удальрика. И как-то связано с мечом. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила, но теперь, когда присмотрелась... Я думаю, что его преследует его умерший брат. Смелая мысль. Ты не нарушаешь этим каких-нибудь местных законов? Мне плевать. Я не верю, что это боги. Ты его видел? Он же весь в шрамах. Я думал, что это следы битв. Если его душевные страдания можно назвать битвами, то да. Сам он говорит, что голоса велят ему увечить себя во славу богов. Но мне кажется, боги тут ни при чем. Это все Аки. Значит, ты думаешь, Аки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Аки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Аки меч Броквар, он оставит Удальрика в покое? Идея хорошая, если все дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Аки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. И речи быть не может, я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе. Да. Чё-то какая-то... Вообще странно. Сочится какая-то гадость. А как попасть, интересно, в подвал? Очень интересно. Так, здесь нет. Так, как-то здесь можно попасть в подвал. Я так думаю. Или... Не, давайте сейчас поднимемся на второй этаж. Может, тут что-то есть? Вряд ли, конечно. Так. Что у нас тут? Где у нас тут может быть проход? Найти меч Броквар. Так. Нет, мне не кажется, что оно где-то здесь внизу совсем. Я вижу, что там где-то есть проход вниз, но... Как туда попасть? А, господи, тьфу, блин. Ой. Святые джигурдинки. Твою мать. Все? Нет, я живая. Так. Надо сохраниться. Мне не нравится то, что я здесь вижу. Так, надо свет везде включить, а то мне стрёмно. Вот вы гляньте вот на эту хрень. Так. Твою мать. Это еще что? What the fuck is that вообще? Это было что-то странное. Что-то очень странное.
меня есть чувство, что, возможно, придется драться с этой тварью, как вариант. Так ты нашел меч? Нашел. Ну, веди. Так это не... Ты же был товарищем моего это отца, ты веди, да? Давай. Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но... Я слышала, вы из-за чего-то поссорились? Или из-за кого-то? Эту историю с Йеннифер? Это давно было. Еще до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были знакомы? Ой, с Йен всегда все было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились легкие пути. Знаю я, что тебя к ней тянет. Да. Ну да ладно. Сейчас не время об этом говорить. Так-то. А где Йеннифер? Не знаю, а что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Ничего, ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. Ха-ха, о, вот как они. Это мило. Ужасно светло. В глазах колет. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь? Что случилось с твоей рукой? Я пожертвовал ее богам. Прости, Ярл. Геральт еще плохо знает наши обычаи. На Скеллиге мы близки к богам. И чем ты ближе, тем больше жертвы приходится приносить. Мы верим, что самое большое, что человек может отдать, это собственная боль и страдания. Слышать голос богов — это дар, а не жертва. Те голоса, которые ты слышишь. Голоса богов. Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом. Я рассказала Геральту про Акки. Мы пришли к выводу, что... Что Бодди опечалены его гибелью, поэтому нужно попросить у него прощения. Я не хотел. Акки упал в воду. Боги разгневаются. Я помогу тебе. И обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы их не разгневать. Послушай ведьмака, Ярл. Боги наверняка желают, чтобы ты примирился с Акки. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Акки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив. Нас снесло под иглу Улулы. Это опасное место. Водовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Акки обрел покой, нужно вернуть Броквар его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги! Боги будут в гневе! Я чувствую это! Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернешь меч. У Акки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор? Да, родовой перстень. Пожалуй, этого достаточно. Я поплыву. Так, положить Броквар среди костей Акки. Ой, господи ты, боже мой. Серьезно. Так, а я, наверное, зря спустилась, да? Да. Попробуем спуститься той, где-нибудь там. Вечно дева, мать и стар... Так, надо сохраниться на всякий пожарный. А, вон туда куда-то надо, походу. Так. Ага, вон туда куда-то.
Так, ну здрасте вам. Так, у вас спрятанное сокровище здесь заодно есть. Отлично. Так, что у нас тут есть? Какая-то записка. Место отмечено кривой мачтой, на какой попало дурак, сокровище не найдет. А давайте сходим. Так, Сундукин. Геральт. Геральт. Сундукин с черепом. Должна быть здесь. Так. А? Что у меня же? А, так, болты. Болты, болты, болты. 9:11:57. А, черт. Так. Поплыли наверх, Герочка. Что у нас с тобой явно не получается. Так, подожди. О, она как раз взлетела. Отлично. Отлично, отлично. Иди сюда. Ты что, серьезно что ли, Геральт? Ядрит твою мать. Лошара, блин. Ага. Наконец-то сдохни уже, коза. Так. Болты поставили. Окей. Подождите, что? А, не, все нормально. Все нормально. Так, все, погнали за этим сундуком, в конце концов. Господи. Так, понятно. Так, дальше. Избранник богов. Где-то оно здесь должно быть, да? Угу. Похоже, это оно. Так, все, вернуться к Удальрику. Давайте, а то воздуха уже меньше половины осталось. Ну какая же здесь все-таки чистая вода. Меня это прям поражает. Обалдеть, прозрачная такая. Смотрим, дало это что-нибудь или нет. Пора возвращаться к Удальнику. Так, живности отреспавнились. Ну, зашибись, чё. Ну ладно, подеремся снова, почему бы и да. Покажи, что умеешь. Так-с. Разменялись. Ну, бывает и такое. Герочка, давай, лезь. Давай. Блин, даже бонусы на заточку брони и снаряги еще не закончились. Круто. Отлично. Правда, я так чувствую, что когда начнется самая жара, будет, наверное, все печально. Не знаю. Ой-ой-ой-ой.
Я слышу не очень хорошие звуки. Красивые мечи. Не знаю никого столь смелого. Зачем ты это? Он что сделал-то? Что он сделал? Дальрик. Голоса велели ему выкрасть себе глаз. Серьезно? Да ты больной что? Ублюдок. Ты совсем зачем больной. Зачем ты это сделал? Такова была воля богов. Это жертва за Акки. Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого меня одолела дремота, я лег. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят из тени. Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал: «Ничтожный человек, ты не помог Акки, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз, страдай и скорби за все зло, которое ты совершил». Боги когда-нибудь открывали тебе свой облик? Или ты всегда видишь только тени? Однажды я набрался смелости и во сне ярче зажег факел. Тогда я увидел неясный силуэт, сидящий в тени. Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах иногда я вижу их силуэты, когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило. Потому они хотят его все больше. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдем в комнату для гостей. Дону держим, походу. Есть странное ощущение. Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызение совести и в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит невесело. Его можно как-нибудь одолеть? Теоретически есть два способа. Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима вместе с его жертвой. То есть в проклятом доме? Место скверное, но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела у Дальвика. Это будет нелегкий бой. А какой второй способ? Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делаешь что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Я против. Это может оказаться не так просто. Я против. Просто давайте его запинаем и все. Я против. Удальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим захочет его убить? Нет, он не станет убивать кормильца. Но Ярл истощен, дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть все, что сможет. И чем больше боли он причинит Удальрику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. А что другой способ? Хим демон.
А их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Фим цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок, возбуждает угрызение совести и кормится его страданиями. Если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому, так? Иначе ничего не выйдет? Именно. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что надо прибегнуть к обману. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно советуешься с Йеннифер. Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить дело по ведьмачьи. Да что тебе до Йеннифер? Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Наверное, все мужчины... Неотесанный рыбак со Скеллиги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. Ну что сказать, ты видишь нас насквозь. Значит, сначала попробуем обман. Да, попробуем. Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то сделать, это логово Хима. Проклятый дом. Ну, веди. Не стоит медлить. Да, погнали прямо сейчас. Чё, блин, чё мне ещё делать-то, господи? Мне там говорили про перья, что их где-то можно поискать, но я что-то забыла уже, простите. Ой, 22 уровень, круто, спасибо. Изящная работа. Должно быть, печника приглашали с большой земли. Старое хлебное. Ой. Цири? Что? Цири. Это не может Нет, быть. Нет, это невозможно. Зараза. Ах ты скотина. Отпугнуть меня хочешь? Это хорошо, значит боишься. Пресвятые коровки. Это было стрёмно. Разбитое зеркало. Должно быть, у Дальрик боялся увидеть Хима за спиной. Ну еще бы такой... Такое дичь, естественно. Так, ну что ж такое-то? Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький у Дальрик или Акки. Такой звук капец просто. Так, у нас... Геральт, иди сюда! Я, кажется, придумала! Что? Как ты вообще там оказалась? Ты была внутри. Да, у меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Просто верь мне. Ой, все. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Ну что, можем начинать? Я готов. Хорошо. Я скоро вернусь. А ты пока затопи печь. Я что-то не посмотрела в бестиарии, что против Хима-то помогает. А то есть у меня странное чувство, что... Просто так он Вон не убивается. К старому дому бежит! Да ты чё? Возьми. Положи его в печь. Верь мне. Осторожней с ребенком. Отдай мне ребенка. Клади его в печь. Давай же. Я надеюсь, что я сделала все правильно. Боже, я надеюсь, что я сделала все верно. Господи. Я очень надеюсь, что я сделала все верно. Блин, твою мать. Мне кажется, что я только что какую-то хрень сделала. Японский бог. Ой-ой. Ой-ой-ой.
Я сделала какую-то дичь. Зачем я это сделала вообще? Я явно сделала что-то не так. Ой, божечки. Что она делала, скажите мне? Я надеюсь, там был Блин, твою мать. Так. Он перекинулся на Геральта. Твою мать. Зачем? Ой, слава богу, господи, блин, аж даже от сердца отлегло, японский бог. Ой-ой. Ой, слава ситам, божечки. Не, реально сейчас как от сердца просто. Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния, только облегчение. Сына, сына. Уходи. Это было круто, Кирис. Хорошо, что я тебе доверилась. Наверное, было бы хуже. Пришлось бы, наверное, драться с этим Химом или драться с Удальриком. Все кончено? Но, слава богу. Да? Да. Мы обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне и питаться моим чувством вины. Но увидев, что ребенок целый и невредим, Хим исчез. Ты свободен, Ярл. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Мне кажется, ну, такое ощущение, что мы сейчас просто по башке что-то огрели его что просто. Что происходит? У меня в голове вихрь, будто я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Ты справишься. Главное, не начинай себя жалеть. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Но не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Бедный мужик, а? Без глаза остался. Охренеть. Ну, главное, что сына живой. То... Блин, прикиньте, а вот так вот бросить младенца лучше в печку, это капец. Кажется, он не в себе. Ну, естественно. Разумно. А потом? Что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверюсь, что с ним все в порядке. А ты останешься на спике Роге? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Йеннифер, наверное, уже взялась. Да что ты про нее все говоришь, а? О. Слушай, ну, женщина, да. Ты как будто на Геральта бывает, запала, ну серьезно. Попутного ветра. И тебе. Что происходит вообще? Странные вы люди. Так, надо... О, так, отлично, можно еще одну красную ветку начать качать, давайте. Так... Чтобы попрокачивать. Чтобы попрокачивать. Точные удары. Давайте вот это прокачаем, почему бы и да. И нормально. Так, а куда мы с вами, наверное, пойдем в следующий раз? Я прям даже не знаю. Королевский затик, крах, он крает за наградой. Ага, ведьмачьи заказы. Так, а что у нас еще по дополнительным? Черная жемчужина. Встретиться в золотом осетре. Ну, давайте в следующей серии мы с вами сбегаем, получим награду здесь. Вот, а потом пойдем по заданию, по ведьмачьим, короче, заданиям сходим. Вот, и потом уже зайдем к краху Анкрайту. Ну вот. Ну, а на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Мы получили какой-то интересный предмет, кристаллизованной эссенции. Я не знаю, что это.
Давайте глянем, что это такое. У меня странное чувство, что это какой-то алхимический ингредиент, возможно. Я, правда, не увидела, как оно выглядит все. Кристаллизованная эссенция. А, вот она. Ну, такое себе, у меня уже 11 штук есть. Ну да ладно. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока-пока-пока, ребята.